Высшая остановка. Институт. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны друг к другу. Уступайте места пассажирам с детьми дошкольного возраста, беременным женщинам, гражданам преклонного возраста и инвалидам. Звонок бесплатный. Заработная плата до 36 тысяч.
тысяч рублей. Остановка. Волгоградский контроль заводской вещевой рынок. Следующая остановка. Кинотеатр «Старт». На этой остановке вы можете пересесть на автобус номер 20, 21 и на троллейбус номер 9. Thank you.
Остановка. Улица Тарифская. Следующая остановка. Улица имени Ватутина. Волгоградский автобусный парк приглашает на работу водителей категории D. Звонить по телефону 8 800 505 44 04. Звонок бесплатный. Заработная плата до 36 тысяч рублей.
улицы имени Титова. Следующая остановка. Магазин медтехника. Уважаемые пассажиры, при входе и выходе из автобуса с ребенком в коляске просьба брать ребенка на руки в избежание несчастных случаев. Нормально было? Да. Нравится. Ой, мой!
Следующая остановка. Проспект Металлургов. Уважаемые пассажиры, оплачивайте проезд при входе. Сохраняйте проездные билеты до выхода из автобуса. На линии работает контроль. Объектов, ограничивающих вам обзор. Не перебегайте через дорогу. Убедитесь в безопасном переходе, посмотрев по сторонам. Будьте взаимовежливы и берегите себя. Я не знаю,
Имени 39-й гвардейской дивизии. Уважаемые пассажиры, в избежание падения и получения травм во время движения, а также при крутом выходе из автобуса, пассажир обязан держаться за поручень.
улица Мичурина. Следующая остановка. Улица Чайковского. Уважаемые пассажиры, при выходе из салона не забывайте свои вещи. О найденных в салоне подозрительных предметах незамедлительно сообщайте водителю.